Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Nissan Murano 2010 года. На нем мы заменим в раздаточной коробке масло. По пробегу просто подошло время, и люди просили на видео показать этот процесс. Там немножко неудобно долазить до заливной пробки, чтобы ее открутить. Поэтому покажу как, каким инструментом. Может быть, у кого-то есть другой инструмент, люди пишут в комментариях. Поэтому сейчас мы поднимаем автомобиль, снимаем защиту и добираемся до раздатки. Приступаем. Вот, поднял автомобиль, ослабил защиту. Устанавливал я эту защиту сам. Все знают, как снимать защиту и ставить, если самим приходилось делать. Болты, где вкручиваются в гайки, сквозные через балку идут, и гайки подвижные. Приходится ловить, подлазить. Здесь что удобно сделали, и передние, и задние болты, их откручивать полностью не надо. Достаточно ослабить. Ну вот здесь сейчас я ослабил болты. И беру просто в данный момент защиту, сдвигаю вперед и снимаю. Вот она раздатка, и раздатка у меня подтекает. Это бежит внутренний сальник, а именно на самой раздатке, где раздатка соединяется с коробкой. У Murano есть такой грешок, у них подтекает раздатка. Сейчас сольем масло и заменим его. Объем масла здесь небольшой, всего 300 грамм. Это я все помою. Сейчас покажу, где находятся пробочки. Вот эта вот пробочка, вот она. Это сливная пробка с раздатки. Вот выше пробочка. Сейчас я ее попробую показать. Вот этот вот болтик, вот под, над пальцем. Это заливная пробка. Там головочка на заливной на 12. Вот ее, чтобы открутить, места мало. Между коллектором и этой пробкой ключ накидной. Хотя накидной ключ можно на 12 одеть. Изогнутый накидной ключ. Вот им и будем откручивать. Добираемся. Для начала я возьму эту грязь, помою. Помою, как и все я мою очистителем карбюратора. Не знаю, мне он понравился, в принципе, он недорогой и чистоту он наводит. Масло он хорошо смывает, обезжиривает. Даже то, что не смывает, он получается его как нейтрализует, что ли. Вот таким образом сейчас покиснет маленько, щеточку почищу. Вот такой вот ключик на 12 накидной. А если есть покороче, будет еще даже удобней. Вот мы спокойненько подлазим и откручиваем. Вот пробка, а вот и лишнее масло.
А вот и вся проблема раздатки, почему она подтекает. Вот так вот. Хотя машина обслуживалась у официального дилера. Это сколько же они масла туда налили? Сливаем. Откручиваем здесь шестигранник на 10. Пробочку я смазал герметиком и затянул ее. Если видно, вот. Герметиком по резьбе где-то 3-4 витка смазал. Масло будем заливать Castrol Axtra EPX 8090. Вот такой 150-граммовый шприц у меня. Сейчас набираю шприц и через заливное отверстие, через шланг заливаю. Ну вот один шприц налили, берем второй. Со второго шприца я, получается, 100 грамм вкачал. В общей сложности не 300 грамм, это бы, если еще не все масло сбежало. 250 грамм получилось у меня в раздатку. Все убираем. А сейчас протираем все там, что можем протереть. А смазываем пробочку 2-3 витка герметиком. И закручиваем на место. Вот таким образом намазал герметик на резьбу. Толстым слоем не надо, здесь достаточно загнать в паз резьбы. Ну и все, затягиваем. Ну все, пробочку затянул. Берем, теперь смываем масло, что мы там намазали.
теперь продуваем, протираем все это и ставим защиту на место. Протер. Все, защита задвинута. Теперь мы ее протягиваем. На этом замену в раздаточной коробке масла мы закончили. Всего вам доброго!